Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моему заказу по 17-му каталогу Avon. Начну я свой обзор с дезодорантов. Основная часть заказа – это подарки родне на Новый год, на день рождения, которые будут перед Новым годом. Это дезодоранты Persiv. Часть заказа была для моей подруги, сегодня я отдала. Она тоже заказывала этот дезодорант. Он пахнет так нежненько, в принципе, напоминает сами духи. Но он не распечатанный, он вот так вот запакованный. Все-таки у меня очень любят такие дезики. Еще один дезодорант, я их заказывала все по 69. В принципе, недорого. Я считаю, для дезик это мужской дезодорант Blue от туалетной водички. Это моему дяде тоже на Новый год пойдет. Запах мне очень понравился, я думаю, понравится и ему. Вообще, мне дезодоранты Avon очень нравятся. Они как дезики своей функции справляются, мне очень они подходят. Всегда они мне больше нравились. Ну, в принципе, как в Роше, даже разницы нету, если только в цене. Попробовала я вот такую пенку. Я еще сама ей не пользовалась, но почитала отзывы в интернете, она мне очень понравилась. Я думаю, она мне подойдет. Это очищающий, освежающий гель для лица роза, ромашка и мята. Для смытия, снятия макияжа, так сказать. Вот. 125 мл. У меня, конечно, еще есть пенка для умывания, это Yves Rocher. И она уже около 4 месяцев пользуюсь ей, она все никак не закончится. Но я хочу немножко сменить, так сказать. Ну и еще одна там пенка в запасе, как стоит, тоже от Yves Rocher. Это мне, по, так сказать, как представителю. Вообще, я думала, сегодня узнала именно от Аленки. Если ты меня смотришь, Аленка, привет тебе. И спасибо за разъяснение. Я заказывала две пены по скидке представителя. Это апельсин и шоколад. Но оказывается, что можно по такому предложению заказать только одну. Точнее, вообще только один экземпляр подобных предложений. Это апельсин и шоколад. Я ее открывала, ну там, конечно, еще все это вот эта штучка налеплена. Пахнет несколько странно таким шоколадом. Ну, если бы это была плитка шоколадная, то в ней, наверное, была бы соя. Но я надеюсь, что она мне понравится. В силу некоторых технических особенностей моего организма я пока ей не смогу воспользоваться в ближайшие несколько дней. Но, в принципе, ее можно, наверное, использовать и как гель. Вообще она такая вот довольно густая консистенции, думаю, видно. Кстати, арбузная пена из моего прошлого обзора и заказа мне очень понравилась. Она похожа на гель для душа Yves Rocher арбуз и по запаху, и по консистенции. И, в принципе, двух колпачков очень даже достаточно. Я думаю, даже одного хватило бы на пену для ванны, чтобы она была большая, нежная и ароматная. Так, это у меня был такой набор. Кстати, упала мочалочка. От него это вот красная такая мочалочка, которая такая же приходила моей подружке Ирке в заказе прошлого каталога. Это новинка, в принципе, она уже два каталога как новинка. Новогодняя коллекция Senses Avon, зимнее волшебство. В принципе, заказала после обзора просмотренного у Аленки. Пахнет для меня она клюквой. Я там никакого яблока и малины не почувствовала. Женьке давала нюхать мне тоже. Ну, в общем, мы пришли к выходу, что это клюква. Я надеюсь, ее в ближайшее время опробовать и затестировать. И такой вот гель для душа. 250 мл. Тут действительно какие-то гранулки. Хочу его сегодня вечером попробовать перед сном как раз. Вот. Не знаю, увидится там или нет. Ну, действительно, такие малюсенькие, как пузыречки. Микрокапсулами. Зимнее волшебство, гель для душа. Такс. Это я заказывала гель для душа для своего племянника на Новый год. Детский, это клубничный вихрь. 250 мл. Такой он, по-моему, мне ракету какую-то напоминает. Вообще ни разу не пользовалась, не заказывала, никогда не думала, вот, что буду заказывать детскую серию. Но в каталоге в первом за 2016 год мне там один гель понравился самой. Я думаю, даже его закажу чисто себе. Так, это у нас два в одном для мужчин. Гель Extreme, грейпфрут и кедр. Avon Senses.
Гель-шампунь для душа с дезодорирующим эффектом. Это я надеюсь подарить своему дяде на день рождения. Думаю, ему понравится. А это другой гель для душа, кстати, по предложению в 17-м каталоге. По-моему, они по 129, что ли, шли. Два геля для душа можно было выбрать разные. Это тоже Senses, освежающая морская лагуна, сочная груша. И в прошлом заказе у меня такой заказывала. В наборе там тоже было жидкое мыло и красная мочалочка, моя подружка Ирка. В принципе, я думаю, моей тетушке на Новый год он самый то. Так, и это духи, которые я заказала себе исключительно по виду флакончика. Мы их с Женькой уже открывали и нюхали. Я-то думала, что флакончик будет сиреневый или фиолетовый. Он ближе к желтому, такой гранененький. Это Parisian Chic. И он без прыскалки, он просто вот такой вот. Ну, на пальчик поливаешь. Нежный такой аромат, спирт совершенно не ощущается, хотя вот мне немножко на кожу капнуло, подрало немножко. Я чувствую тут ваниль, такую нежную ваниль. И еще, на удивление, он мне отдает ифрашевским эликсиром, классическим таким эликсиром. Вот сейчас он пахнет даже больше эликсиром, но с ванилью. Мне он, в принципе, нравится такой специфический для меня аромат. Но флакончик такой интересный. И сейчас основное, то, что я очень хотела еще с самого первого заказа сделать, это баллы, которые я обналичила со своим третьим заказом, вот с этим, поменяв их на два клевеньких кремика средства для ног серии Footworks. Это у нас средство для смягчения огрубевшей кожи ног, чем я страдаю где-то с лета. Моими пятками можно, наверное, капроновые колготки резать. 75 миллилитров. Так, ну, состав тут свойственный для Эйвона, так сказать, больше химический. Ну, тут есть масло мяты перечной. Вот что я вижу, пемза, парафин, вода. Пемза, причем, идет третья по счету. Думаю, ну, не знаю, будет видно или нет. Но я думаю, он мне понравится. И подружка моя эту серию тоже хвалила. А это смягчающий крем для ног и ступней. Красивые ножки. Вот уж не знаю, будут ли они красивыми после его применения, но надеюсь, что он мне понравится. Они мне были по 15 баллов, как начинающему. В принципе, вот такой заказ. Если вы смотрели мой обзор, и он был вам чем-то интересен, я буду рада. Если вы смотрели до конца, то тоже буду рада. Ну и, наверное, на этом все. И 3 ноября я забираю свой второй заказ по 17-му каталогу, который делала в основном для себя и еще одной своей знакомой. Там частично заказ будет. И заказывала леггинсы. Надеюсь, они придут в хорошем состоянии. Всем, кто смотрел, спасибо и до встречи.